Что, идем дальше? Всем здорово. Вроде бы иду правильно, туда надо. Быстро бегать мы можем, да. Разруха на Абу-Даби похожа. Облака вроде бы движутся. Какая-то живность пищит, бля. Они кусаются, интересно, или нет? Так. Патроны есть, идем вроде бы в верном направлении. Я не знаю, вот эти вот малыши, они кусаются или нет? Я не уверен, конечно. Но мы их постреляем. А, тут машина какая-то... Мне, может, надо было на машине ехать? Слушай. Ну. Блядь, точно. Мне надо было, наверное, на машине ехать. У меня же машина была тут. Давай, бегом, бегом. Бежим назад, блядь. Короче, дурная голова, ногам работа, как говорится. Вот. Там же тачка вроде бы стояла. Буханка. Наша. Давай, идем. Давай, давай. Артем, давай ты. Не устанешь у нас. О, будет прикол, если на ней сейчас ехать нельзя. И получается это. Зря сюда назад пробежал. Могу сесть, не? Только что садиться нельзя? Можно. Давай, садись. Вагонетку. Поедем. Ты его трясет. Всем слушать, барон говорить будет. Барон. Всем слушать, барон говорит. Так, братва, перетер я по радио с паханом этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что-то задание, правда, не колется. С понтом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так держал, да. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, короче, я такой херни в жизни не слышу. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут хочет, а не сделанные заводки. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, а золочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Всем отбой, барон сказал. Барон сказал. А он ходит, смотрите. Биомутанты. Эй, красавчик, до города не подбросишь? Давай, садись. Ну.
Садись. Чё, блядь, встала нахуй? Пойдем, покажу кое-что интересное. Ну давай, пошли, покажешь. Меня эта пыль доконает. Что, неужели мы сейчас с тобой тут трахнемся, блядь? Или не трахнемся? Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Все? Это все? Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Короче, я тебя понял. Короче, мне надо идти туда. Я буду дальше следить за вышками, давай. А ты решай, что делать дальше. Туда? Ну, по очереди пойду. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Тут ничего взять не могу. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Окей. Ты поаккуратней там, ладно? Ладно. Так, на крышу. Давай пошли на крышу туда. Поехали. Это порт, это сморт, блядь. Ну ладно, поехали хоть с тобой. Давай, погнали. Ну что, короче, я тут не пизданусь. Слушай, тут смотри, как сделано, короче. Никит, смотри. А что там за огонь горит? Там кто-то, короче, балдеет. Мне в любом случае, чтобы туда попасть, а потом попасть на этот корабль, мне нужно пройти через вот это вот кладбище, якобы самолетное. Ну, я где-то говорила, самолеты, где раньше были, это где-то тут вот. Нужно пройтись, получается. И, я так понимаю, вот по этому мосту мне надо пиздюхать. Потом вот тут, там, кто там сидит, она говорила, там чувак какой-то сидит. Там кто-то есть. И потом там еще, там будет корабль, короче. Он, наверное, откуда дым идет. В любом случае, мне идти все отсюда. Ну, пошли тогда. Так, патроны есть у нас. Перезарядка была. Погнали. Посмотрим, что тут у нас, блядь. Кто-то на нас нападать будет. Ну, вроде бы. О, блядь. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. А, снайпер все-таки там сидит. Вижу гада. Сейчас я его. Ну. Ладно, бог с ним. Опа. Свистят пули над головой. Перезаряжаюсь. Давай, блядь. Кто тут с кем стреляется, блядь, хуй поймешь. Давай сходим сюда, посмотрим, что тут. Ах, зараза. Вот глаза заливают. Ты, блядь. Не могу попасть. Кто-то шлепнул по мне. Слушай, мне кажется, почему-то, что я зря сюда пошел вообще. Почисти, подготовься, а потом стреляй, ну. Боже ты мой. Сейчас мы его обойдем, блядь. Этого чувыдрого. Залазь. Хуй, я себе подпрыгнул. Залазь, Антон, блядь. Ой, верткий. Ну
Ой, Антон, Артем, бля, его зовут Антон. Вот в этих вот катакомбах 100% эти вот. Ну, эти, блядь. Чупакабры живут. Прыгай. Оба нахуй. Короче, зря я сюда вообще пошел. Сейчас свалюсь еще в дырку. Тут ничего интересного, блядь, нету. Ну. Ладно, надо было, блядь, сразу идти, что я, блядь, туплю, нахуй. Пойду его завалю, короче. Зря я туда, конечно. Давай, быстрее, 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 поднимайся, нахуй. Давай, Антон, блядь. Кто-то тут валяется уже, кто-то, блядь, поднялся тут. За мной там никто не бежал, не. Идем. Да, да, блядь. Сейчас я вас завалю, блядь, суки. Блять, валит кто-то, вон там. Ну ты, блядь. Получай, получай, сучара, бля! Всего один чистило не местный! А, вот стоит, нахуй. Ой, мимо. Мимо. Подышать, сука, будешь долганы! Завалите эту суку уже, пацаны! Ну, сейчас его завалю, блядь. Получай, братья, братва! Ой, блядь, патронов-то нету, нахуй. Сейчас в коленку ему. Куй там. Тебе, сука, бля. На. На, в яйца тебе. Пацанчика завалили! Палки позорные! Палки позорные, я тебя, блядь, сейчас дам, нахуй. Ох ты, блядь, позорно. Так, идем дальше. Вагон, видишь? Там этот чертило был. Ванар, петушара! Кто тут, блядь, такой ты нахуй? На тебя гори, сука. Они не взрываются, они. Я его хотел взорвать, блядь. Красную бочку стрельнул, сосать написано. Вон он, бля, наверху! Где? Я нанизу вообще-то, блядь. Получай, подлюга! А, вон, сука. Иди сюда, нахуй. На, получай! Братва, вы как там вообще? Чё такое? Ну, сука, за пацанов ты мне ответишь! Только высунься, падла! Ух ты, какой я, блядь, всё этот. Ну-ка, давай, забери назад пистолет. Мне. Так, что-то мы что-то нашли мы тут. Я не понимаю, блядь, если честно, кто-то стреляет. А, вон кто-то сверху стоит. Ну, чертила, сейчас я тебя! Вот отсюда кто-то валит. Пиндых тебе, выблядок, сучий! Порву тебя, падлу, как грелку! Получай, подлюха! О, взяли, короче, мой обрез. О, сука! На, получай! Да. Блять, как он валит. На, гад! Он, блядь, не поднимается задом почему-то. Он тут, короче, прилипает к каждой этой. О, стоит. Есть. Куда он бежал, сука? На, гад! Класс! Мне нравится обрез. Готов. Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А ну, я сейчас... сменю позицию. До встречи на базе. Давай обыщу. Что здесь у нас? Тут по кругу нихуя интересного. Давай тут наверх подремся. Что там у него в наблюдательном пункте? Барон говорит, опять барон. Всем слушать, барон говорит. Интересные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они... Гастролеры, жаль, сэр.
тебя впущу. Короче, отморозки по всему полны, поэтому клюв... А девка с ружьем на машине катается, все она смотрела, смотрела на залогу буханка. Старшего с поста в руин. Попробовал вызвать, не отвечает. Херовые дела. Так, ну... Чистили, тут ничего нового нельзя поставить. На маяке полярки на последний день. Опять шалаву эту ловят, небось. Да бы поймали уже. Сколько можно. Этот черт на Сауловой точили к снайперу на эстакаде приехал. Труд о чем-то, походу. Шайтан, засекли. Один сюда. Все поделали, все, что нам надо. Кто там все? О! Приехал кто-то. Вон они, походу. Ну давай, Артем, поехали, блядь. Что тут, блядь? Ты ж... Да ебаный, ты смог... О! Смог же тут ехать, давай. Так, сейчас мы с вами, блядь, тут постреляемся. Так будет. Блять, сука, ты что? Прыгаешь? А, прыгну. Сейчас я славлю, блять, маслину. Блять, перезарядить надо. Давай, кто там чушкан, блять? Мимо. Сука ты. Вот тут ты сейчас вылезешь. Вот тут я тебе сейчас. Блядь, смотри, оббежал он. Я тут, а. Вася, блядь. Так, и мы тебя тут сейчас возьмем. А, короче, он бегает по одной и той же траектории, блядь. Получается. Сейчас сюда вот выбежит. Тучи сядет. Башку ему сразу. Ну вот, все. Эх, надо было он... Ящик был, ладно, хуй с ним. Пошли пособираем. Что там у них? Как отсюда выйти, блядь, теперь? С этой хуйни. Садиться надо. Пособираем, что у этих тут у нас, блядь, валяется. Посмотрим, нахуй. Чушканчиком меня назвали, слышали? Так, что у тебя, дорогой ты мой? Поразбираем сейчас все. В принципе, меня сейчас устраивают эти патроны все. У них ничего интересного. Так, куда сейчас идти-то, блядь? Вон туда надо идти, почему-то показывают. Сюда мы сходили. А там еще вон есть у них бухта, блядь. Куда мне сейчас вообще пиздовать-то хоть нахуй? Почему-то мне хотят, чтоб я назад вернулся. Вон туда. Но мы назад возвращаться не будем. Мы сходим сейчас вон в тот корабль, блядь, может. Чего?
ты, блядь, сдох ты, нахуй. Давай аптечку ебать. Не знаю, может, я зря иду туда, конечно. Ну давай сходим, раз там держат людей, мы сейчас их... Мы сейчас их спасем. Заморился, Артем, заморился. Блядь. Чё эти повылазили, черти? Где-то. Ну, она же говорила про этот пароход, помните? Я просто не знаю, мне по... Сейчас мы сходим, спасем здесь людей. Где здесь парадный вход, блядь? Я люблю через парадный... Ага, тут какая-то, короче, ерунда разлита, блядь, вы видели? Какая-то... Не совсем хорошая. И... А, так я не попаду сюда. Надо назад идти. Опа. Короче, вода какая-то... радиоактивная. Давай, может, как-нибудь обойти получится. Вот есть главный вход. Есть всякие тачки стоят, короче, у этих всех бандитов, вы видите? О, какой-нибудь. Газелька какая. Прикольно. Ну что, давай. Вон, повесили кого-то. Ну, для таких дел надо обрез взять. Тут будет за... О, походу, вход у нас. Вот тут. Пошли, сходим. Ну да, здесь... Здесь они обжились, блядь, неплохо так. Слышь, а черняет на нас не сковырница? Да не, бля, не должна. Ну если никакая, сука, крабля собак куда не надо, не будет, бля. Дай ключ на 16. Бля, так плохо ну, видно, бля. Нахуй, да? Что, пошли? Ну, бля, не пнись тогда, раз накосячил. Ах, не вопрос. Ща. Я все закончу, господин. Ну тогда лезь сюда, бля. Закончил он. Че там такое? Ну что, я пришел, Закончили тут. Закрывайте. Батя пришел, блядь. Ну, петуша. Вижу козла драного. Я тебя, блядь, дам. Бля, бомбы бросают, короче. Далее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас вам, блядь. Только определиться, где вы тут, нахуй. Обойдем мы их. Вон он, сучара, за колонной, блядь! Попа, получай! На, сука, получай! Сука! Подыхать, сука, будешь долгами! Подыхать, сука, будешь долгами! Я тебя подохну, блядь. О, блядь. Так они могут мне завалить с одного патрона, получается. Наших козлы валят! Где они бегают тут, блядь? Где-то бегают, во. О!
Бонар, Петушара! Я тебе, падли, очко на глаз натяну! Вот так вот, натянул. Сука. А? Сучара, блядь. Братки, вон петушара это драный, видите? Вижу, папу! Пацаны, нашего уровня котлы опущенные! Вон он, за ящиками сидит, сучара. Как они меня так видят сразу, блядь? Я их не вижу тут. Короче, получается, в этой игре поналаживали. Что это за хуйня вот это? Давай врубай, блядь. Светом нахуй. Вот он, сука, наверху! Вот он, братва! 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 Ух ты, бля! Пацаны наши хвалят! Ну что вы, блядь? Так, как мне туда, к ним попасть, блядь, вот туда? Я, блядь, не совсем, конечно, понимаю. А, во! Пацаны, эта сука тут шхерится где-то! Надо искать шушкана! Ой, блядь! Это этот босс их нахуй! Пизда, блядь! Ёбаный твой в рот! На, сука, получай! Давай, утекай, утекай, Артём, блядь! Блядь, вон он-то ходит. Все, он готов, да? Короче, мы его завалили, блядь. Ну, как-то так, вот и что теперь? Давай посмотрим, что там у них интересно. Блядь, кто тут мне ебанул? А это я так повалился просто. А у меня нету этих, я не могу сделать. Как их там, блядь? Гитара есть. Кальян стоит у нас. Короче, их тут, тут малина их, они тут бухают. Бухали, сидели. Что это, блядь? Ясно, короче. Давай сюда сходим, посмотрим, что тут. Бля, тут игра, наверное, красивая. Понаставляли бочек, ржавые, все такое. Но здесь все так сливается в картинке. Вот. Ну, блядь. О, что это можно взять? Как этим пользоваться? Это хуй с ним, это взять-то могу. А, все, вижу теперь. Понятно, нахуй. Все. Давай тут что-нибудь нажмем, блядь, какую-нибудь кнопку сейчас. Что это за кнопка? Еще, блядь, пока попади, блядь, что это где? Какая здесь кнопка? О. Болты. Тут же можно было что-то нажать, во. Да ёб твою мать. А. Я думал, то я кнопочку эту могу нажать. Хуеся. Что за книжка? Новая заметка. Что за заметка? Пять врага, сильно грабов 5 штук, лохматого. Угу. Так, лохматого писать. Ясно, блядь. Список у них тут какой-то. Ну все, тут ничего нажать я не могу. Походу. Ну да.
собираем хотя бы припасы какие-то. Вау, какой у него, нихуя себе. Что это у него за такой? Ну давай сюда поедем. Что тут у нас? Открывай. Так, а толк? Я же, блядь, всех не спас. Мне, наверное, здесь всех перебить, блядь, надо. Где ты, блядь, тут ходишь? Ты один остался, блядь, еще мне тут это, нахуй. И говорит, что есть за челюсть. На, нахуй, сука. Все. Все, блядь, сдаюсь я. Сдаюсь, иди сюда, сука. Я еще не буду сдаваться, блядь. Падла, да. Все, братуха, сдаюсь я. Сдаешь ты, курва, на тебе. Валить не буду, ебальник, побью только тебя. Я добрый сегодня. Да, отсюда я пришел, окей. Можно наверх подняться, можно. А как мне людей-то освободить-то эти? Где они вообще находятся, люди эти? Что это за хуйня такая? Ну. Здесь, блядь, ничего интересного. Ну и хули толку. Так а людей мне не надо здесь выпускать? Вот чего я не понимаю? Я их зачислил тут всех? Точно? Где рабы, блядь, сидят тут? Я не совсем понимаю. Тут я был, тут я везде был. Короче. У нас какая-то колючая проволока есть. Может они тут всего сидят? Вот, вот и хуйня. Нет, там яма какая-то и все. Ладно, хуй с ними. Не знаю, мне не до вас, блядь, пизду я. И так еще вас будут спасать, тут искать, блядь, где тут кого спасти. Мне, блядь, не до этого. Будем выходить отсюда. Давай. Бегом, беги. Мне вон туда надо, блядь. Поехали сюда. Можно ехать, значит едем. Кто тут разговаривает? Слева. Кто здесь, блядь? Срал кто-то или что? Ну, и кого мы здесь видим? Якорь вижу, блядь. Всем слушай! Барон говорит будет!
Блядь, барон, сейчас я до тебя до... Братва, блядь. У ящи. По 4 патрона, блядь. Хуй, какой, блядь, 4-зарядник. Я тебя, блядь, прижму на. Отвечать, сука, будешь долго, не? Не. Убежал куда-то, сука. Вон он, сучара! Где вы, блядь, тут? Вижу лошару этого, за колонной он! За какой колонной, блядь? Сука. А, вон-то, блядь, я. Братки, наши хвалят! Пацанчик, не шмаляй, сдаюсь я! Сдавайся, где ты, сука? Я тебя, блядь, сейчас нахуй накажу. Сейчас дядя Вадим тебя наказывать будет. Все, братуха, сдаюсь я, сдаюсь! Где ты, блядь? Себе... А, вон ты, братуха, иди сюда, ну что ты? Что ну это ты дал... сразу не вольнул, на. И то хлеб. Становись раком, будем тебя. Хуя, хуя, бля, карате тебе покажем сейчас. Ну и что теперь тут? Тут мы со всеми разобрались. Где у вас тут, блядь, база, блядь? Где вы тут вообще обитаете, блядь? Сюда, наверное, залезть можно, не? Прикольно, я, получается, взял какой-то другой обрез совсем. Что-то в ящике застрял, что ли, ну. Еще можно почитать, что он там читал. Что за метка? Решал я в аэропорту, прапорща по делу, мои лохматые раскопали. Вот вангард, должен это видеть, не врал, хрен старый, тут реально довоенная барахловалом, я без понятия, как вояки бы такое забыли, видать. Точно говорят, до войны, пока мы берем, что тебе. Я прапор не парся, записку сожги. Здесь, короче, ну. Нашли много очень оружия они, блядь, в этих старых кораблях, походу. Так, мне вообще туда надо, блядь, пичухать, нахуй. Вот. Нашли очень много оружия здесь они. Я не знаю, что тут теперь. Я тут всех перебил, блядь, что мне тут еще делать, блядь, я не знаю. Куда мне здесь идти, блядь? Куда тут мне, блядь, надо идти? Вон туда. Вон туда нужно пиздюхать. Идем вроде бы правильно. Вот так. Вон туда мне надо, вон туда. По этой дороге. Бежали. Это такой пустынный мир. В Сталкере я не знаю, там как-то... О, кто это ходит там? Блять, опять эти. Чупакабры. Это мне надо вон туда, короче, подержать. Не буду я с ними валиться. На них много вон патронов уходит. И неинтересно мне все это, блять. Блять, а сколько их тут много, нахуй, хуя себе. Давай, блядь, пробежим их лучше. А эти лужи будем перепрыгивать, блядь. Мутантные, блядь.
Вон они целыми стаями ходят. Сейчас.